Из списка бесплатных развлечений театровед Лучана выбирает, пожалуй, событие слишком изысканное – посещение дома-музея Марины Цветаевой. Цветаева в то время имела свой дом на Полянке. Но ей очень не нравилось жить на Полянке, потому что это такой был несколько буржуазно-мещанский район. А здесь Арбат всегда имел аристократический флер, такой артистический. И ей очень хотелось принадлежать этому миру, который был, в общем-то, всегда связан с литературой. Татьяна не совсем обычный экскурсовод. Она не просто рассказывает про музей. Каждый месяц в этих стенах она устраивает театральные перформансы, связанные с жизнью поэтессы. Тоже, кстати сказать, совершенно бесплатные. Мы привлекаем тех людей, которые никогда здесь не были. 70% людей, приходящих на перформансы в рамках этого проекта, говорят, что они никогда не были в этом доме. То есть это действительно в том числе способ привлечения другой аудитории. Может быть, изначально не заинтересованные в Цветаевой, изначально не знающие, не любящие стихи, но приходящие, потому что это кажется чем-то любопытным. И вот моя идея как такого популяризатора состоит в том, что люди придут сюда, в это пространство, посмотрят что-то, может быть, что мы им показываем, какую-то интерпретацию необычную, да, вот в разных жанрах, как и storytelling, и плейбэк-театр, и хореография. И после этого откроют томик, после этого уже как-то более осознанно посмотрят и захотят познакомиться с творчеством Цветаевой.